Привет всем, вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить игру в Валли. Сейчас мы с вами находимся на Аксиоме, на таком корабле, в котором живут люди. Это у нас как бы будущее такое, нам такое показали будущее, да. А роботы всем правят, роботы всем заправляют, деление, помогают. Да? Да. В прошлой серии мы сделали с вами одно задание. Мы взяли карту-ключ. Здесь есть вторую. А теперь нам надо взять вторую карту-ключ. О, смотри, значит сюда правильно. Да-да-да, иди. Вон, Engine Room. А что такое Engine? Я забыл, что такое Engine. Давай, собирай ящики. Это ангина, что ли? Ёбоп-лоп-лоп-лоп. Паскуда! Всех забомблю! Давай едь, Уткин. Все, 30 можем проехать там. Поперли, пердеж, рыгеж. Все, поехали. Ой. Где это мы? А? Ты можешь? Алло. Почему ты прячешься? А вдруг кто-нибудь. Так, походу это надо как-то раскрутить нам вот эти крутилки. О, туда нельзя, ёбок. Так, смотри, где он. Здесь этот свет. Хмей. Свет есть. Чё так, ты? Ладно, мы его потом позовем. Давай хорошо. Посмотрим сначала, что делать здесь вот надо. Сюда по-любому. Давай сюда. Поперлим. Подожди, туда что зачем? А нахрена нам туда? Ну и чё? Так, смотри, лазерный. Здесь кубик. Долбыш, обдолбыш. Давай поднем куда-нибудь. Куда? А, вот сюда, смотри. И чё? Так, хорошо, что ж здесь делать-то? Чё, все попадать, что ли? Ёбоку. Во все, наверное, надо попасть. Давай, рыгёшь. Это должен быть последний, четвертый, да? Или наоборот, или пофигу? Да, наверное, все равно. Не, все то же самое. Все то же самое. Поехали к другой. Вообще, поехали осмотримся здесь. Что здесь такое? Давай вообще? Ящик возьму, всякий хрен. А, вот красная одна штука, смотри, красная. Где? Или подожди. Ну-ка, или они автоматически красным становятся. Да. А, вот так синие. Че, она стала ездить, что ли? А, туда нельзя, да ё-моё, я забыл. Подожди, она стала ездить или мне показалось? Нет. Включай хмыря. Ну и что ты будешь делать, Уткин? Давай я утки ходят за нами. Жесть. Вообще непонятное задание, если честно. Да вон там, подожди, вон там ящики. Ты все ящики уничтожь, поезди как сначала. Я? Которые можешь уничтожить. Так здесь кубики, нафиг мне эти. Ну вон там еще кубики есть. Где? Вот, прямо. Так и... Ой, что такое? А, вот куда надо хмыря. Так я же тебе говорю, поезди здесь. Хмырь! Уткин! Я утка, вызываю вторую утку. Мелодией... Угадай мелодию. Утка, давай за мной. Давай, утак. О! Sunshine. Уткин, куда топать? Что там такое? Ух ты, лазер, смотри. Оттуда хрен проберешься, а там что такое? Да, осматривай все. Что это такое? Я не знаю, что это такое. Хрень! Да подожди ты, утка. Жесть, что здесь хрень от нее? Крысы! Эти гусенички. Стоп, повернись. А? Где ты там, крыса? Инопланетная. Ты думаешь, их можно? Может, так просто проедем? В ящик свернись, когда будешь мимо них проезжать. А если я сдохну? Чё ты крутишься, крыса? Брейкданс, что ли, танцуешь? Ох, смотри, ты же. Хмыря зови. Так я не могу, тебе надо в себя.
Смотри, да, бьют здесь. Идет? Так, он будет идти, когда ты будешь в полный рост вставать. Давай. Крыса. Паскуда. Так. Идите отсюда, две хмырёвки. Мы сзади светим, да? Да. Тебе вот туда, наверное. Тихо, тихо. Краси... Красиная крыса. Давай, включай его. Оп. Я держу, если что. Ты как встанешь, сразу он поедет. О, хорошо. Крыска, лари. Че вы здесь хвостами метете, что ли, пол? Ух, паскуда. Непонятные штуки вообще, непонятно зачем. Блин, еще одна выползла. Ой. Смотри, что делает. Блин, у меня труба сейчас будет. Почему? Здоровья живой. Мало. Живой пока что. Крысы, вы офигели. Тихо, 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 подожди, я не вижу. Ай! Еще и бьются, смотри, какие наглые. Ну слушай, уйдите нахрен, крысы, покрути мышкой. Ладно, оставь. Там две хмырёвки, да? Да. Три даже. Блин, три паскуды. Сейчас идет. Хрен тебе. Крысиная крыса. Попала? Чуть-чуть. Ох, смотрите еще какой коридор. Да жесть, вы опупели, крысы. Может быть, я не так прохожу, я не знаю. Да все нормально, едь-то. Включишь этот хмырь где? Давай. Хрен. Он здесь, да, где-то? Да, где-то здесь. Жех. А те что-то плавают. Вот это самая неугомонная какая-то, чокнутая. Паскуда. Смотри. Жее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 е
Да уйди ты отсюда, ведьма! Бьет, бьет хвостом. Они как быстро реагируют, да, вообще? Ага. Тварь. Вот что делать? Аккуратненько пройти туда. А как пупок? Я же не вижу, как. Ну вот когда подойдешь, то обойдешь его, тогда встанешь уже. Ты его сначала обойди. А, крыса. Так, я теперь... А, слушай, вот сюда нам надо, по-моему. Блин, солнышко бы найти. Ну, крыса. Смотри, пристав. Да это я свой, я свой. Я утка, ты крыса. Мы из мира фауны, или как там тебе... Флора или фауна? Фауна, по-моему. Я забыл уже, что флора, что фауна. Крыска Лариска идет в уточок, крякает. Мне кажется, ты туда не пройдешь. А, точно. Это стена. Так, тихо-тихо. Если ты подальше немножко... Оу. Так, подожди секунду. Здесь тоже какая-то стена. Да? Да. Где хмырь наш? А где наш хмырь? Так, надо как-то тебе будет или встать, или чего там. Когда они уйдут. Ты жмешь, Ай? Да. Когда они уйдут. Еще? Он не едет. Ну-ка. Да
Блин, мне труба сейчас будет. Ну где он там застрял-то, а? Вот гады, смотри, какие. Пошли вы в зад. Блин, труба. Где этот мудак? Иди, клюшка ты долбаная. Давай. Мне сейчас труба будет. Жить, ну, представляешь, будет, все будет заново. Ну, слушай, надо, значит, будет. Зови хмыря. Может, они света боятся, смотри. Блин, точно. Крыса прячутся, смотри. Блин, они света боятся. Вот и нашли решение. Мне труба. О! А, о, подзарился чуть. Пойдем. Ну, крысы, всех, хана вам. Светофор идет. Куда нам топать? Давай, смотри, осматривайся. Туда, туда смотри. Туда пойдем, пойдем. Пойдем. Пошли вон отсюда, крысоеды. Свет в помощь. Давай, давай, там что такое? О, они свалились. Осторожно, осторожно, ты тоже можешь свалиться. Значит, нам туда. Да? Наверное, куда-то сюда. Спасибо тебе, желтый светофор. Давай, утки, найди. Уже они что здесь делали. Замечательно. Потом нам туда, понятно. А как же его-то переместить? Он же с нами должен быть. Он летает. Уверен? Да. Ой. Вот же задачка-то, ёбок. Так, куда нам дальше? Вот на эту. Вон на ту? Ну, вот на эту, потом на ту. Так. Да, кто-то говорил, что жесть будет на этом... Ай, тихонько. На этом корабле. Как они любят эту музыку, да? Да. Куда нам дальше? Так, отлично, подзарядили зад. О, хорошо, приехали. Так, иди. Ой, чистильщик. Иди нахрен отсюда. Смотри, сейчас он тебя будет бить. Это я его бью. Ну, хмари, я вырвался на свободу. О, заряжалка. Так, да. О, хорошо. Давай. Отлично. Так. Вот эти хрени, что с ними делать? Тоже синие, чтоб они были. Да? Да. А, мы же там сделали все, да? Угу. Видишь, они синими становятся. И эта хмырёвка крутится. Последний, да? Угу. Блин, куда ты кидаешь? Ой, я не туда кинул, ёбок. Шёл вон отсюда, хмырь. Будешь мне мешать здесь. Так, давай вот этого еще хмырька задолбим. Все? Так, ну по идее, да. Что-то должно случиться. Туда прёмся? О, еще ящик, смотри, я такой сейчас не... Чё, прям... Так, подожди, а сколько тебе надо-то? Вон, туда подойди. А, проход будет открыт. О, точно, 15, зашибись. Все. И что дальше? Дальше? Да, тебе попробуй. Надо вот куда-то или наверх, что ли, я даже вот не знаю. Вот только сюда, да. Сейчас, смотри-ка. Оп, сюда. Так, а на куда нам надо-то, ёбу? Зачем? Давай посмотрим, куда нам вообще надо. Смотри, что у нас на карте есть. Ну. На карте у нас есть какие-то желтые. А, может, это свет, что ли? А, нет, зелененькие это наши, это роботы. Возьми хрень от неё. Подожди.
Секунду. Вот эта дверь закрыта? Наверное, да. Сейчас посмотрим. О, уже открыто. Диагностик рум. Мы правильно зашли? Походу. Мы вообще отсюда пришли. Да? Да. А, так нам туда. Че за хрень? Мы отсюда пришли. Ага. Так, у нас походу сохранение не пройдет, так что нам будет труба полная. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, что с этими хмырями делать? Посмотри на карте, видишь, у нас какие-то желтые штуки остались. Найди их. Что это вообще такое? Вот желтая штука. Это что, здоровье, да? Да, это... А, вон туда нам надо в тот. Сначала подвинь этот магнитный ящик к двери, к той. Да? Да. Значит, тебе надо его кинуть вот туда в угол, куда-то, к свету туда. Чтобы он туда подъехал, понимаешь? К свету туда его. Кидай. Вот, все. Теперь дверь та должна открыться, секьюрити, охрана. А как нам туда пробраться? А туда тебе надо как-то пробраться. Как тебе туда пробраться? Как тебе туда пробраться? А что дверь? А, открыто. А как мне туда пробраться, действительно? Вот что-то там наверху, да? Что это такое, дырка? Блин, вот вы задолбали своими загадками, а? Может, надо одновременно, чтобы две эти сработало штуковины? А как? До того, как они покраснеют, как думаешь? Сначала вот эта одна поедет, смотри. Ну нафиг, буду я так еще делать. Ты что? Я так не успею. Камень где? Камень где? Вот. Блин. А, подожди-ка ты, может быть этот ящик магнитный? Ну подожди, не есть. Что надо-то? Ну ты знаешь, что делать вообще? Нет, не знаю. Может быть вот этот ящик надо туда в середину пододвинуть? Он пододвинется, она начнет крутиться, как думаешь? А как эти кино? Видишь, что не происходит? Ничего не происходит. Вот только вот этот хмырь. Кинуть? Кидай куда его, кинуть? Кидай его. Куда? Сюда? Вот туда кидай. Вот этот кидай. Тебе надо вот этот... и на ту использовать, в середину куда-нибудь кинь, чтобы он сюда, в середину подъехал. Значит, нам надо сюда его подвести. Подожди, тот ящик. Какой? Тот ящик подведи в середину. Блин, кубы разные, ёб-боб. Куда он его? Он туда, в середину, чтобы он заехал. Вот. Есть, точно. Голова. Пан голова, то есть пани голова. Что делать? Так, все, что-то ты сделал. Теперь там надо делать так же. Теперь тут? Такую же хрень надо сделать. А я не знаю, она, по-моему, закрыта была здесь. Может быть, дверь открылась, надо посмотреть. Подожди, вот сюда, да. А он туда не едет, смотри. Посмотри, там дверь открыта на втором. Где? А как я на второй этаж-то подберусь? Просто проедь вперед туда. И посмотри, чего? Закрыто, да, значит, еще. Вот попробуй. Подожди. А, сюда, понятно. Вот ящик, куда надо. Давай перси туда. Перси туда. Понятно, что делать, да? Да, теперь понятно. Теперь понятно. Едь отсюда нахрен. Сейчас они, наверное, крутиться будут. Блин, разобралась. Так, нам надо так загнать его. Так, вот сейчас мы посередке заденем, и что-то откроется. Вот разработчик-то, ёб-боб-хлоп, попок, жоп-роп. Так, сейчас туда его кину. Кидай, едь туда. Получай заряд любви. Что дальше? Так, хорошо. Что-то мы запустили, какой-то процесс. Теперь что надо делать? Теперь, наверное, нажать на все кнопки, потому что стрелочки на них, видишь, появились. Блин, боб, хлоп, попок, жоп, роп. А? Кто тут самый умный? Да ладно, я тоже проходил. Что-то все так, что... Давай обычные коробочки, обычные. Что это было? Хмырь мне добыл. Так, получай, вот эти... хмырь. Что
Что это такое? Иди вот нахрен отсюда. Желторотик. Так, по какому мне кидать? Вот по этому? Он крутится. Где хмарёвка? Теперь еще раз стрельну, что ли? Да. Все, я знаю, что делать. Подожди, давай, бей. Все, теперь другую бей. Не эту, а вон ту. Понятно. Что тебе понятно? Что надо бить этих хмарёвки. А почему? Что-то там сверху. Ребята, видите, мост появился. Все, больше не надо. Теперь поехали туда, наверх. Наверх поехали. Хмырь, иди отсюда, гад. Пристал ко мне. Вот сюда, наверх поехали. Давай. Какая здесь система-то хитрая. Сюда, что ли? Да, сюда есть. Видишь? Да, видел. Вот что у нас получилось. Иди туда, прыгай, лич. Жесть. Что это такое? С разгона прыжок. А как я прыгну? Прыгал? С разгона прыжок. Так, давай. И сюда сейчас заедем. А там что? Секьюрити охрана там у нас. Давай, бери два ящичка. Давай батарейки, ля батарейку. Ну, смотрите-ка, а? Тут все как. На, получи. Сам шифрую. Ну ты помнишь, как это делать, давай. Хо-хо-хо. Что? Страйк. Страйк, сам ты страйк. Я не понимаю твою. Давай. Давай дальше комбинацию. Так, давай. Принято. Все, пошел. Принято. Сразу женским голосом. Принято. Давайте нам сохранение, пошли вон. Так, опять магнитный ящик. А, это не магнитный, обычный. О, так тут роботы. Ух ты, хмырь. Ты помнишь, как если что, прятаться можно, да? Мне труба. Где зарядка? Нам нужна зарядка, а то я сейчас подохну. Обратно поедем? Смотри, сохранения-то не было. Не было. Зарядка где? Поехали обратно. Ай, только не кинь кирпич, не кидай. К сожалению, так надо. Так, потому что тебя этот еще чистить не зацепил. Да, он здесь. Нет, нет, не тот хмырь. Да едь, Путкин! Он там здесь. Чистильщик уже это пенку свою намывает. Ой, пошел ты со своей пенкой. Естественно, робот ржавый, хреновый. Грязный из земли. Ой, да. С планеты Земля. Да, тем на более Земле он, все грязно. Тем более он уборщик, да? Он кем же? Уборщиком работал? Упаковщиком. Да, да, упаковщик хлама. Так, нам хмырь там что-то замутил. Ну давай. Давай, целься. Пошел вон отсюда, бабуин. Так. После них такие кучки остаются. Так, что там дальше? А ты мусор собрал. Иди отсюда, гениально. Мусор. О, знакомый. Музыка. Музыка включай. По-моему, музыка. Ай. А это же этот мусор отбирает у нас коробочки. Коробочки забирает, о. Забыл? Чё здесь-то, ёбок? Оу, смотри-ка ты, а. У нас что-то все. Блин, нам ящики нужны. Туда это подохну. Еще одна загадка. Ну, сохранения нет, так что нам полностью придется все перепроходить. Ой, что я сделал? Уничтожил его. А как же нам тогда? Тогда туда не пойдем, пойдем сюда. Вот этого хмыря даем. А зачем он нужен? А, он того сейчас зачистит, да, или что-нибудь сделает? Не знаю, давай посмотрим.
Ну что ты тормозишь-то? Игра. Ну-ка, включи его. А, все. Пойдем, пойдем, зови его. Вот здесь и нам ящики нужны будут. Где он едет? А это у него, да, ящики? Да. А, у него ящики появляются, точно. Да. Вот. Так, все, ну давай. Так, следующий. Еще давай один. Ящик. Нажимай. Ящик. Спасибо. Еще давай, блюй, блюй, молодец, мусорщик. Получай нахрен. Че ты там нам еще дашь? Так, а что здесь? Подожди-ка. Что там получилось? Ты даже посмотри, не посмотри, посмотри. Еще что ли нажать? Давай еще нажмем. А, ящики какие-то, давай еще. Они что-то катят там, смотри. Вот, проход открылся. Хмыря зови. Так. Ты что там, башка? Давай ящик мне. Еще. Еще. Молодец. Да блин, давай еще. О, взял. Тебе быстро, наверное, перейти там надо. Пока вот эти руки. Блин, а что, теперь они не будут делать ничего? Не, вот ты один кидаешь и сразу переходишь на ту сторону. Беги. Вон, к той руке, по той руке. По этой? Да. Хмыря зови главного. Ух, хорошо, перепрыгнул. Так, давай хмыря, а здесь хмыря. Так, он, смотри, смотри, робот здесь ходит. Убивай его, или он тебя убьет. Пошел вон отсюда, бабуин, конструкторский. А вот это, кстати, ящики здесь появятся, так что ты сейчас пройдешь. Ты без пылесоса тут справишься. Ну, пылесосик. Так, готовься, сейчас тебе надо быстренько перейти будет. Блин, я ж попал тебе. То есть там... Ящикович. Вот в этот. Сейчас быстро по руке. Где давай. Рука? Сейчас она... Куда пойдем? Подожди, мышку не трожь. Вот по этой руке. Ну куда ж ты, а? Ну что там, тогда все, мы здесь позакончим. Тогда да, уже, блин, 27 всё, минут здесь, играем. Тогда если мы сейчас выключим, лилять труба будет. Все, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки, всем удачи, пока, хорошего настроения, смотрите наше прохождение. Пока.